Члены Севастопольского регионального отделения «Единой России» сегодня собрались в кинотеатре «Россия». 11-ю конференцию регионального отделения партии открывает секретарь Генсовета Андрей Турчак. Основная просьба к депутатам, главам территории, работникам исполнительной власти – организовать отчет перед избирателями о проделанной за 5 лет работе. Губернатор и председатель регионального отделения Михаил Развожаев тоже выступают с докладом об итогах своей деятельности. Обсудили сегодня еще раз концепцию нашей программы, с которой мы пойдем. Это, конечно, была там отчетная часть, это обязательно. Но и потому что однопартийцев нужно было также погрузить в те проблемы, в те достижения, которые у нас есть. Ну и важно было хотя бы сегодня крупными мазками еще раз проговорить стратегию. А теперь в рамках формирования уже непосредственной программы, в разрезе каждого муниципалитета, все это будет уточняться. На конференции подводят итоги предварительного голосования. В нем поучаствовало 13% севастопольцев, имеющих право голоса. Мнения избирателей будут учитывать в партии при выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы, муниципальных советов и до выборов в законодательное собрание. «Единая Россия» – это единственная политическая партия в стране, которая, первая, проводит предварительный отбор своих кандидатов. Причем проводит отбор не внутри себя, а советуется с людьми. И в этом году на праймерис приняло участие 12 миллионов избирателей, которые имеют право в сентябре прийти на избирательные участки и проголосовать. Из этих 12 миллионов более 6 миллионов проголосовали удаленно с помощью новой электронной платформы на госуслугах. И для нас это доверие. Доверие и к нашим кандидатам, и доверие к партии. Для участия в съезде партии «Единая Россия» в качестве делегата от Севастополя выбрана Татьяна Лобач. Михаил Развожаев также будет на съезде как член Генсовета партии. Там и предстоит решить, кто будет баллотироваться на выборах в Государственную Думу от партии «Единая Россия». Полина Кольт, Андрей Тымчук, новости Севастополя.